Всем привет! И такой вопрос, когда мы с вами рисуем эскизы одежды, у нас часто бывают с вами изделия, на которых расположены пуговицы. Они могут быть по планке, могут быть просто как-то вольно расположены, да? Если идет вопрос о том, что пуговицы располагаются по планке, и нужно их равномерно распределить. В принципе, так делают и конструктора. Устанавливают верхнюю пуговицу, ну, соответственно, устанавливают нижнюю, насколько она будет от низа. Смотрите, если вы нажмете кнопочку Shift, то она автоматически станет вертикально. Либо можете просто ее где-то расположить. Вам ее нужно скопировать. Копирование происходит при зажатой клавише Alt. Потом отпускаете кнопочку мышки, а потом отпускаете уже клавиатуру. Вот у вас получилось две пуговицы. Теперь вы считаете, сколько у вас всего должно быть пуговиц. И точно так же можете их скопировать. Можете вот один раз скопировать, можете прокопировать их Ctrl-D, можете скопировать, ну, сколько нужно, столько и делаете. Обратите внимание о том, что у меня пуговица, она сгруппирована. То есть на ней есть дырочки, и они сгруппированы. После этого я выбираю все мои пуговки, которые у меня получились, видите, они не очень ровные, они уходят немножко от горизонтали и от вертикали, от горизонтали, то есть, ну, они так как-то хаотично насыпаны, это не здорово. Вам поможет панель выравнивания. Окно выравнивания. Вы ее берете, выравниваете центры, соответственно, они все у вас стали на вертикальную линию, и выравниваете объекты от крайних, то есть крайние пуговки остались, вот оно у нас все встало. В данном случае основная проблема у меня получилась, что вот эта линия не вертикальная. Если я сейчас поправлю, вот они встали. И теперь вы можете их двигать. Самый большой плюс, они абсолютно вертикальные, и между ними абсолютно точно правильное расстояние. То есть промеренные вот иллюстратором. Точнее не посчитаешь. Таким способом можно рисовать на любых планках пуговки. Ну, естественно, так удобнее выравнивать, когда они у вас либо вертикальные, либо горизонтальные. Если у вас наклон, то можно выровнять их сначала в горизонтали и вертикали, а потом просто целиком всю панель с пуговицами повернуть. Вот таким образом, смотрите. Вы их выровняли, вы их сделали, а потом всю панель пуговиц будете поворачивать. Вот так. Делается это при помощи панели выравнивание используйте, очень удобно.